Бердянский зоопарк. Какие животные там живут? Сейчас мы познакомимся и увидим всех питомцев Бердянского зоопарка. Сейчас мы пройдем на автобусную станцию, сядем на маршруточку и проедем к зоопарку. Я Виталий. Смотрите дальше. Вот я и у цели. Ну что? Пошли. Пошли. Пошли? Хорошие. Для информации. Вот я зашел в зоопарк. Для информации. Взрослый билет стоит 150 гривен. Всего лишь. Не очень-то много. Что ты говоришь? Сегодня? Именно сегодня? Какого числа? Сегодня 16 августа 2016 года. Вот мне подсказывает. Ну. О, а это лама. Такое красивое животное, зацелозное. Яблочко. Ай, какой. Тебе морковку? Морковку. Красотулька. И тебе. А что ты отнимаешь? Вот, смотри. Ай, хитрюн, хочет отнять морковку маленькой. Маленькой не дают. Наверное, это глава семейства. Все отбирает. Жадина какой-то. Ну, держи. Молодец. Ну вот я подошел к такому озеру. Тут плавают утки. Вот там такой большой пеликан подплыл. И утку хотел укусить. Такого я еще не видел. Крыло поднял, ему жарко. Да. Я продвигаюсь по зоопарку, ухожу так по кругу, чтобы ничего не пропустить. Вот. В общем-то, очень интересно. У него тихий час. У него все время тихий час. Мужская работа. Лежит на диване. Уши подрагивают. То ли сон снится, то ли сон. То ли... воздух. За моей спиной находится тигр, самый настоящий, как в этом Шерхан. Какая большая кися. Кися. Это у нас кто-то, я не знаю, но сейчас им дадим покушать. На. За моей спиной играются. Вон один в кустах прячется. И те два там. И они друг на друга, знаете, так бегают и пытаются играться. Ты все не отдавай, мы еще пойдем. Маленькому дай. Маленькому, на маленькому. Какие бессовестные. О, посмотри, овечки. Вот. Кто самый большой, тот самый наглый. Снимаешь ли? А? На. Ой. Очень прикольный. Маленькие наши друзья. Вот такие. Бедные, несчастные. Да чего же они бедные, несчастные? Смотри, какие веселые. Пятнышко.
продолжаем движение по аллейке зоопарка. В общем, такой он, ну, вроде бы он небольших размеров, но он такой уютненький, симпатичненький. Здесь звери разные есть, да, Свет? Да. Вот так, куда мы сворачиваем, куда мы не... Мы еще там не были. Налево, идем налево. Куда заходим? Туда-туда? Туда, да? Да, иди. Иди сюда, а можно было пальцы за ручки пройти. В этом домике кто-то живет. Но видно стик, не выходит. Сейчас посмотрим. Енотики, попрошайки. Это еноты попрошайки. Ладушка, поверни себе. Самые большие попрошайки. И морешки яйца подавали. А это сурикат. Вот такой смешной. Он еще. Это стенд «Угадай животное». Здесь в большом плане. И поднимаем и смотрим, чья это шерсть. Раз, зебра. Чья это шерсть? Жираф. Чья шерсть? Шимпанзе. Чья? Панда. Чья? Леопард. Чья? Пантера. Чья? Лань. Ну и так далее. Очень интересное, познавательное для детей. При развитии Дарвина, вот мы произошли от вот этих вот, видите, дружбаны наши, от обезьян. Ну это по Дарвину, но я в это не верю. Я обошел весь зоопарк, очень красивый зоопарк, здесь интересные животные, очень познавательно для детей. Вышли на небольшой такой круг, их, по-моему, несколько в зоопарке. Здесь плавают утки, и там таблички висят всех птиц, которые здесь проживают. В общем-то, мне зоопарк понравился в Бердянске. Рекомендую вам Бердянский зоопарк. Я продолжаю движение по зоопарку. В принципе, я уже обошел вокруг, весь посмотрел. Надеюсь, вам представление имеете, что из себя представляет Бердянский зоопарк. На территории зоопарка есть уютное кафе «Ковчег». Мы зашли сюда, есть мороженое. И посмотрим на уточек. Сверху можно посмотреть на уточек. Если видно, за моей спиной просто так здесь ходят павлины. Вон он пошел вдалеке, должно быть видно на видео. Видите? Да. И не только павлины. Здесь еще ходят верблюды. Сейчас хорай. Все равно часто. Что хочется, павлином пойдем. Давай. Вот он, красавчик, к нам идет. За моей спиной вы наблюдаете льва, настоящего. Царь зверей. Да, это у него ужин. Наверх. Сейчас как раз время уже ужина. Что-то ему дали, конечно. Как мне съесть бы? Света, ой, иди снимай. Ой, какие мишки. Ну, понебушки. Вы станьте подальше, все видно было. Вы же ходите здесь. Смотри. Вольерчик. Да ты ему щечку подставь. Фигару. Опа! О, молодец! Очки! Некрасиво ты выглядишь в очках. Ай, прикол! Вот это... Ням-ням-ням-ням-ням! Я мама, да? О, мама. Это рука вкуснее. На!
Это гималайский медведь, да? Да, маленький гималайский медвежат. Медвежат. Хотел я сказать, такого вообще не бачил. Всего лишь 2,5 месяца. Ты доволен? Вот это я доволен, попал в Бердянский зоопарк. Добро пожаловать в Бердянский зоопарк. Приезжайте на Азовское море. Зачем вам берег турецкий? Не наелся. Да я ж не мал. На. Отвезет сейчас у тебя руку. Нет, о, все, вот тут самое вкусное место. Может, они вампиры? Может быть, они мишки-вампиры? Ай-яй-яй, Мишка! Он маленький, да, сейчас? Совсем маленький. Ой, да не упади ты. Он не упадет, не упадет, не упадет. Ты кто? Я в Бердянском зоопарке. Живешь? Всех приглашаю в Бердянский зоопарк. Ты енот? Вот и закончилась наша обзорная экскурсия по Бердянскому зоопарку. Что я вам скажу? Зоопарк хороший. Зверей, разнообразие зверей много. В общем-то, я доволен. Приглашаю всех в Бердянский зоопарк. Не пожалеете, приходите. Улица Волкова, 5.